Всем привет! У меня же тут совсем недавно 4 миллиона подписчиков набралось, и я обещал вам розыгрыш. Вас, правда, уже на 100 тысяч больше стало за это время, но... Просто я тормоз. Итак, условия розыгрыша до безобразия просты, но о них попозже. Сначала сами подарки. На всех, увы, не хватит, но как минимум 5 из вас станут немножечко счастливее. Первые 2 места скорее утешительные, это мои скетчбуки. Первый более раннего образца, второй с обновленным дизайном. А для эксклюзивности оставлю в них свой автограф. Далее идут штуки поинтереснее. Графический планшет XP-Pen G960. Крутой, удобный, функциональный. Следующий лот – это уже полноценный графический монитор XP-Pen Artist 13.3 Pro. Забирай, рисуй и радуйся. Ну а для тех, кому не интересны все эти ваши аниматоро-художественные штуки, я подготовил смартфон. Realme 9 Pro Plus, 256 гигов, 90 Гц Super AMOLED экран, камера от Sony, короче, достойный аппарат, который в скором времени будет принадлежать одному из вас. А теперь, что для этого нужно сделать? Да на самом деле практически ничего, а именно, подписаться на канал, поставить лайк под этим видео и оставить абсолютно любой комментарий, в котором нужно указать ваш ID от страницы ВК. Только ID, не ссылку, так как YouTube ее удалит. Кто не знает, ID это то, что идет после vk.com. На всякий случай уточню. Один человек, один комментарий. Если вы будете оставлять по 10 комментариев с одним ID, я буду нещадно банить. Ну или из-за меня это сделает YouTube. И да, подписчики, кто смотрит меня из-за границы, так сказать. К сожалению, у вас, видимо, не получится принять участие в розыгрыше. И даже не из-за того, что у вас может не быть ВК, а я банально вряд ли смогу сейчас вам отправить подарки. Мне очень жаль, все равно вас люблю. Но если у вас тут есть родственники или друзья, используйте их. В общем-то, на этом все. Примерно через месяц, случайным образом, я выберу победителей. Запишу обязательно видео и оставлю ссылку на него в своих сообществах, включая Telegram. Так что, если не хотите пропустить, подписывайтесь. Все, желаю всем удачи, да пребудет с вами дух священной анимации.